областях. На следующее же утро после последнего звонка фотосессию 15-летней челнинской выпускницы обсуждали на совещании в исполкоме города. Почему в белье? Можно и без белья, наверное, тогда уже. С одним поясом. Мы говорим о высокой культуре, в отношениях, и я не думаю, что на трезвую голову можно сфотографироваться в нижнем белье с памятной лентой выпускницы. Мэр Челнов распорядился отыскать героиню скандальных фотографий. Инцидентом заинтересовались и в инспекции по делам несовершеннолетних. Была версия, что девушку фотографировал друг во время ее переодевания из парадной формы в джинсы и без ее ведома выложил фотографии в сеть. В ее действиях не усматривается какое-нибудь правонарушение. Но есть моральная сторона. Здесь обязательно, если с несовершеннолетними, в отношении несовершеннолетних какие-то действия совершаются, хорошее, плохое, только с разрешения матери должно быть или родителей. Выпускницу в сопровождении директора школы доставили в кабинет к Василию Шейхразиеву. Выяснилось, что растет девушка в многодетной семье без отца. Планирует поступать в среднеспециальное учебное учреждение. Встреча главы автограда и прославившейся выпускницы прошла за закрытыми дверями. Пресс-служба мэрии цитирует слова Василия Шейхразиева по итогам беседы. Я как мэр и как отец двоих детей хочу сказать, что у тебя еще вся жизнь впереди. Этот поступок тебя совсем не красит. Ты подвела не только свою семью и школу, но и весь город, так как интернет сегодня доступен каждому. В будущем прошу тебя хорошо подумать, прежде чем на что-то решиться. Каждый твой поступок – это твоя биография, в которую уже нельзя будет внести изменения. Сообщено также, что выпускница на встрече с мэром расплакалась и сказала, что сожалеет о фотосессии. Екатерина Салекина, Алексей Шатунов, телеканал «Эфир».